Александр Суханов на стихи Самуила Маршака. Цирк. Впервые на арене для школьников Москвы ученые тюлени, танцующие львы, жонглёры медвежата, собаки-акробаты. Когда-то ходит слон, индийский чемпион. Единственные в мире атлеты-силачи подбрасывают мили, как детские мячи. Летающие кони, читающие пони. Выход борца и вата огурца. Веселые сцены, дешевые цены, сбор огромный успех. Кресло полтинник, ровно дороже. Выход обратно бесплатно для всех. Выход обратно бесплатно для всех. Начинается программа дворучных гипопотама, разделивших первый приз. Исполняют вальс каприз, исполняют вальс каприз. Пам-па-дам! По проволоке дама. Пам-па-дам! Идет как телеграмма. На шубах вещит гимнаш. Да чего же он шубаш? Вот такого бы его нашту продавать шубную пашту. Вот такого бы гимнашту продавать шубную пашту. Вот слон индийский гастролер. Ла-па-па-па. Канатоходец и жонглёр подбрасывает сразу и ловит оп, шутя фарфоровок и вазу, две лапы и дитя. Фарфоровок и вазу, две лапы и дитя. Белый шут и рыжий шут разговор такой ведут. Где купили вы, сеньор? Где купили вы, сеньор? Где купили вы, сеньор, этот красный помидор? Где купили вы, сеньор, этот красный помидор? Вот невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Вот невежливый вопрос. Это ж собственный мой нос. Негритянка Мэр Грей, дрессировщица зверей. Дрессировщица зверей. Негритянка Мэр Грей. Вот открылись клетку двери, друг за другом входят звери. Мэр щелкает хлыстом, Мэр сердито бьет хвостом. Спрашивает льва, скольки будет дважды два? Скольки будет дважды два? Мэр спрашивает льва, мэр несет четыре гири. Мэр несет четыре гири. Мэр несет четыре гири. Значит, дважды два — четыре. Значит, два, два, четыре. Значит, два, два, четыре. Спасибо. Я здесь скажу, что, вы знаете, у нас есть профессиональный музыкант в ансамбле только один. Это Гузель Анваровна Гимаева. Она же по совместительству является дирижером хора, в котором мы все продолжаем петь долгие-долгие годы. Мы любим хоровое пение. Еще у нас Николай Семенович Борисов в ансамбле. Вы думаете, он музыкант какой-то? Абсолютно нет. Он закончил физический факультет Казанского университета, сейчас возглавляет очень важный отдел одного института.
Михаил Хохлов закончил химический факультет Казанского университета. А я закончил филологический факультет, то есть русский язык, литература, но всю жизнь занимаюсь всякими делами. Да, меня зовут Елена Юдина. Спасибо вам огромное. Очень приятная публика, должна вам сказать. У вас очень живой взгляд, вы все воспринимаете. Спасибо вам.